чё, сука, не могут ёбаную Украину взять, блядь, пиздец, нахуй. Ебёмся с этой Украины уже хуевую тучу времени, нахуй. Месяц, блядь, уже больше месяца мы тут ебёмся, нахуй. Сука, они взять её не могут, нахуй. Путин вообще ишак ебаный, в смысле, блядь, конченый человек, нахуй. Тут уже, блядь, миллионы людей, нахуй, погибли. Миллионы, нахуй. И он нихуя не делает. Он, блядь, что-то переговоры, блядь, какие-то устраивает. Еще что-то, нахуй. Пиздец, вот ёбнутый. И комбриг нам говорит, нахуй. Вы домой вернетесь либо грузом 200, либо грузом 300, либо, нахуй, от 7 до 12, нахуй, лет. Дезертиры. Почему это? Ну, вот так он и сказал, нахуй. Типа, либо мы все тут сдохнем, нахуй, либо, блядь, там, что-нибудь оторвет, нахуй, либо от 7 до 12 лет, нахуй. То, что дезертиры вы едите. Это вообще не слушайте их. Да, вообще похуй, нахуй. Тут хули, блядь, ну, уже реально, нахуй, уже, сука, нервы сдают, нахуй. Тупо, блядь, даже не то, что жалко себя, там, и еще кого-то. Пацанов, ебано, ихних родителей, когда ты каждый день видишь эти Уралы, нахуй, с 200-ми, нахуй. И думаешь, блядь, ну, заебись. Каждый день, блядь, по, не знаю, по 30 Уралов уезжает отсюда, нахуй. И всем похуй, все сидят, нахуй. У нас БТР уехал, нахуй. Я теперь, блядь, без хаты. Нашел, где жить, нахуй. Пошел, блядь, в какую-то залупу залез, нахуй. Какую? Да, блядь, в машину заброшенную, хохлятку, нахуй. А куда они уехали? Ну, БТР, в смысле, все увезли, не рабочие какие-то вонючие, нахуй. Короче, да, вообще, я хуй знаю, как воевать, нахуй, вся техника разъебанная, нахуй. Че, они ебнулись, нахуй? Не знаю, нахуй, может, реально отступим, нахуй. Сейчас, может, еще что-то будет. В душе не ебу, вообще, происходит, нахуй. Главное, нахуй.